Дружно, весело и душевно. В Самарском дворце ветеранов отметили праздник Святой Троицы. Это большое событие для любого верующего человека. Праздник символизирует три ипостаси Бога и является одним из ключевых в христианстве. Троица наступает на 50-й день после Пасхи и предшествует Петрову посту. Но это наш традиционный праздник, и его никак нельзя забывать. Раньше он назывался праздник Русской Березки, да? А теперь же, как говорится, ближе стал он уже и к православию. Вот, и надо пропагандировать все вот это наше русское и как можно чаще и больше делать русских традиций. Праздник Святой Троицы отмечают во Дворце ветеранов больше 10 лет. Обычно народные гуляния проходят на улице. Однако в этом году из-за жары формат было решено поменять. В актовом зале дворца для зрителей выступили творческие коллективы. Сегодня это возможность встретиться, собраться, увидеть друг друга. И вот праздник Святой Троицы – это праздник чистоты, скромности, обновления. Я сама родом из деревни, и я помню те моменты, когда бабушки ходили по улице с березкой, славили природу, славили наши традиции, устои. Встречи на площадке Самарского дворца ветеранов проходят регулярно и по самым разным поводам. Бабульки-то они тоже поддерживают там, что по телефону, когда они вот так тут видятся, радуются в глазах у всех. Молодость сразу появляется. И вот, так что вот очень даже довольны. Нас встречают здесь все время. Очень хорошо. Прямо отлично. Спасибо. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.